Всем здравствуйте! Сегодня 1 декабря 2022 год. Хочу показать вам, как развиваются мои черенки пеларгоний. Им уже практически 2 недели черенкование проходило где-то 17-18 ноября. И, как видите, выглядят они, в принципе, неплохо. Здесь у меня черенки разные. Есть черенки верхушечные, вы обратили внимание, вот они. А есть черенки и неверхушечные. Вот серединки стволика брала, видите, как они выглядят? Видно, что черенки хорошо приживаются, потому что выпадов пока я еще не вижу. И посмотрите, молодые листики, они начинают расти. Это говорит о том, что идет процесс укоренения. Смотрите, даже вот этот черенок, это промежуточный, но, как видите, по бокам тоже уже проснулись почки. Ну, а сейчас кратенько о основных особенностях ухода в этот период. Потому что кто занимается пеларгониями, прекрасно знает, что не всегда удачно они укореняются в декабре. Самое главное условие – это, конечно, место расположения. Они у меня находятся на восточном окне. Кроме всего этого, они у меня на подсветке. Фитолампы работают с 5 вечера и до того времени, пока я отправляюсь спать. Ну, это где-то 11-12 часов. Днем не досвечиваю, но если пасмурная погода, тогда есть досвечивание. Сегодня у нас на улице солнышко, поэтому сегодня они у меня целый день без досветки. Если включить досветку, посмотрите, как сразу меняется цвет. Подсветку включу немножечко позже. Следующее условие – это, друзья, полив. С момента при черенковании и до сегодняшнего дня прошло почти 2 недели. За все это время я их поливала только один раз. Но опрыскивание я провожу 2 раза в день обязательно. Хоть и говорят, что пеларгония не любит опрыскиваний, но я все-таки опрыскиваю. Раньше я тоже утверждала, что нельзя опрыскивать, но убедилась в том, что аккуратно в небольшом количестве можно опрыскивать пеларгонии. И черенкам это нравится, загниваний абсолютно, как видите, никаких нету. Вот во время опрыскивания я использую удобрение флоровид. Черенки пеларгонии я не укрываю никогда ничем. Ни с подбондом, ни пленкой, никакими крышечками. Вот так вот открыто все. Проверено много раз, что все хорошо укореняется. Из своих наблюдений я пришла к выводу, что самые главные факторы укоренения черенков в зимний период – это освещение и полив. По наблюдениям моим, раз в 2 недели можно поливать. Ну, а уже когда пойдут, конечно, хорошо развиваться черенки, тогда нужно поливать уже в большем количестве. Ну, об этом я потом буду вам рассказывать. Поэтому приглашаю вас к себе на канал. Будем вместе с вами наблюдать, как развиваются мои черенки и что я буду с ними делать дальше. Потому что, как видите, их здесь огромное количество. И они абсолютно разные. Всем спасибо за визит ко мне на канал. Хорошего зимнего настроения. До следующей встречи. Пока-пока.